Напились, наелись, Сан-Режис, бар. Сейчас посмотрим, какие цены на коктейль. Здесь все время трафика таксистов, бензином пахнет, конечно. Хорошо, конечно, сидеть напротив Гранд-Канале, но сюда приезжает столько таксистов. Только таксистов смога. Я сейчас посмотрю меню их. Кстати, спросила у официанта, говорю, а как у вас с этим завтраками? Раньше, например, когда я ездила в Монте-Карло, девчонки жили в апартаментах, но могли приходить на завтрак. Завтрак стоил 50 евро, но очень вкусный завтрак был, даже обедать не надо было. Ну, в пятизвездочных отелях на берегу моря, на берегу Лазур. Все, блин, язык заплетается. Сейчас хейтеры будут рады. Лазурного берега. В общем, сейчас спросила, из-за ковида теперь нельзя завтракать в пятизвездочных отелях. Раньше, например, кто жили в Венеции, Монте-Карло, могли приходить на завтрак до 10:30, до 11 утра, заплатить там. Раньше стоило там 50 евро завтрак, да? А сейчас из-за ковида нельзя приходить. Могут завтракать только клиенты отеля. Представляете, я так все время хотела прийти на завтрак с Мелиссой. Какой-нибудь пятизвездочный отель. Мне так нравится вообще. Я сегодня так нагрелась на солнышке. Это Италия, это Венеция. Всем здоровья и добра. Батарея опять заканчивается. Зарядила чуть-чуть, но все равно заканчивается. Красивая собака. Он сейчас сказал, что будет открывать бутылку шампанского и пригласил меня. That means that every occasion is good for a glass of champagne, okay? And that's why we love to celebrate with our guests. Is there any volunteer to open the bottle with us today? Hey, in Veneciano. We do in Italian as well, okay? Ритуал. Церемония шампанского. Каждый. Онисера и Они Доменика. Онисера. Белло. Венго Онисера куайо. Девчонки, давайте посмотрим, как он сейчас. Вау! Саблей будет. Он меня специально пригласил. Вот это вот шедевр, девчонки. Мама дорогая. Мама мия. Donne, state attente, non cadere da voi vetro di bottiglia. Forse lui non troppo è samurai. Vostro amico non tanto samurai. Three, two, one, go! Opala!
Брависсимо! Самурай! Troppo bello questo rituale. Значит, 5 часов вечера делают ритуал шампанского всем, кто присутствует в этом баре. Ну надо же, как красиво, благородно и женероза. Ой, вечером даже красивее вид на Салюте. Церковь Салюта. Смотрите, какой закат красивый. Луна. Мелиссы только не хватает. Шампанское льется рекой. Я не знаю, хорошо пить шампанское после Космополитана. Наверное, будет кружиться голова. И как красиво при ночном свете. Отель Режис. Такая красота. Buonasera. Grazie mille, arrivederci. Какая красота! Ночная Венеция. Всем привет! Из Венеции, от Жасминки, Витаминки, Казашки. Винки, привет! Сейчас вышла, посмотрите, уже что, повесили рождественские лампы, что ли? Не могу понять. Сегодня 6 ноября, да? Ой, Шанель. Я не успела зайти в Шанель. Хипикато, смотрите, какой красавчик. Я совсем забыла про Шанель. Мне так понравилось сидеть на террасе, но вот эти вот сапоги прямо, вот когда будет наводнение, это суперски. Интересно, сколько эти шорты стоят? Но, к сожалению, мне надо бежать, скоро мне на работу, и меня ждет Стефано в баре. В таком баре, как называется, гондольеры, в баре, где Тедески. Мы там первый раз выпили коктейли 007. Драй мартини называется, да, по-моему. Сегодня у меня не было времени на бутики, потому что мне хотелось просто, вот просто посидеть на солнышке, погреться. Выпить Космополитан, шампанским угостили. Вообще, оказывается, 5 часов вечера, каждый вечер в этом баре Санта Режис на террасе угощают бутылкой шампанского, открывают бутылку кинжалом. Интересный такой ритуал, мне очень понравилось. Так, заодно посмотрим витрины. Миу-миу. Ботега Венета. Я бегу на Риалто, потому что карте. Ой, сегодня не было времени. Но я обязательно на днях прибегу сюда. Сегодня такая классная атмосфера. Мне так нравится вообще. Какое-то предпраздничное настроение в Венеции. Луи Виттон тоже не успели. Единственное, куда успели, это Диор. Я в шоке просто. Но обязательно зайду в следующий раз в Диор, девчонки, для вас.
Ой, то есть в Louis Vuitton. Боже мой. После Космополитана шампанское — это полный пипец. Это делает тебя пьяненькой немножко. Хорошо, что есть Стефана, который меня отвезет домой. Вот они, мои ботиночки. Девчонки, не переживайте, но они такие вот сзади. Они из резины, таких этих твердых-твердых, будут шоркать. Будут. В общем, надо бежать. Как жаль, Эрмес был закрыт. Лора Пиано. Ой, женский. Лора Пиано. Это самый дорогой кашемир и шерсть Лора Пиано. Ой, так интересно ночью. Такие эти, другие совсем цвета. Фенди. Так, я бегу на Риалто. Сейчас будет Сан-Марко, собственной персоной. Чао! Чао! Чао, какао! Мальчишки! Смотрите, какая красота!